На 2 дня Пензу захватил настоящий праздник народного творчества. Второй открытый межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Пензенский хоровод» проходил в нашем городе 14 и 15 сентября. Под ольхой задремал Есаул молоденькой, преклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, он вас не видит, дома подавит. Участниками фестиваля стали как певческие, так и танцевальные коллективы, как отдельные исполнители, так и целые ансамбли, которые сохраняют и продолжают славные традиции фольклорного искусства. Начался пензенский хоровод с песенного марафона под призывным названием «Люби свой край и воспевай». На открытой площадке у филармонии один коллектив сменял другой, радуя зрителей красочными номерами. Уродова порода провожала тебя, молча плакала горько слезой. Береги свое сердце, правятно, береги ты себя, сокомо. Народный самодеятельный ансамбль «Казачьи песни Стерх» Малосердобинского хуторского казачьего общества – постоянный участник подобных фестивалей. За долголетнюю историю своего существования коллектив успел полюбиться пензенской публике. Нам вообще нравятся очень такие праздники, естественно. Но кроме этого, у нас в Пензе и области такое огромное количество вот именно самодеятельных ансамблей, которые, вот, я не знаю, один лучше другого. Но особенно нам нравится, мы лет 10 уже знаем, ансамбль «Стерх», Малосердобинский район, который клубе, сейчас выступает. Это вот просто шикарный. Пензенский хоровод проходит раз в 2 года. И на этот раз поразил большим числом детских и молодежных коллективов. Для организаторов это важный показатель. Значит, фольклорное творчество совсем не стареет и продолжает жить среди новых и новых поколений. Мы хотим, чтобы всем нашим гостям, всем нашим зрителям, всем нашим студентам, детишкам, которые к нам придут, было очень уютно, комфортно, чтобы они много чего увидели, успели все посмотреть, потому что у нас много чего. Куда нужно сходить, где нужно посмотреть, где нужно послушать, поучаствовать. Поэтому мы старались сделать этот фестиваль очень насыщенным. Я думаю, что гостям понравится. В насыщенную программу фестиваля вошли и всевозможные мастер-классы. Ведь пензенский хоровод – это не только праздник фольклорного творчества, но еще и возможность для самих артистов обменяться опытом, поделиться с коллегами и зрителями своими творческими секретами. Миряне, например, научили гостей созывать хороводы. Здесь же, в органном зале, проходили творческие встречи и гости-званные. Приглашенные коллективы рассказывали о себе, сопровождая презентацию музыкальными номерами. Ансамбль «Цветень» из Санкт-Петербурга – коллектив совсем молодой. Сначала любовь к народной песне объединила девушек, но вскоре к ним присоединились и юноши. Объединились мы довольно недавно, и на самом деле поводом стали для этого настал такой интересный проект наш, в общем-то, как прямые трансляции. Мы выходим в прямой эфир. Вот, и поем песни, привлекаем, в общем, слушателей. Ну да, в общем, из этого и получился наш такой тандем. Нам, девочкам, все про любовь нравится, мальчики. Просто нравится чувство, вот это какое-то внутреннее вообще, ну, то есть атмосфера это. Народная песня будет жить. Оно, наверное, отклик внутри какой-то находит, и поэтому это происходит. Радость от такого творческого общения в рамках фестиваля испытали и другие приглашенные коллективы. Среди них фольклорный ансамбль «Вера» из Липецка. Очень замечательная. Замечательный зал, у нас такого нет. Замечательная работа в первый раз вот звукорежиссеров, которые нас отстраивали. Я могу сказать вообще низкий поклон,
потому что в первый раз так с нами работали. Поэтому, я думаю, сегодня наше выступление будет, оно, ну, великолепным. Таким оно и стало. Своим творчеством Вера порадовала зрителей уже на гала-концерте в Большом зале филармонии. Гала-концерты фестиваля, а их было два, в день открытия и день закрытия, стали настоящим апогеем пензенского хоровода. Для зрителей выступили лучшие коллективы нашей области. Не отставали от признанных коллективов и совсем молодые артисты, которые только постигают великое наследие фольклорного творчества. Активное участие в фестивале приняли и коллективы Пенза-концерта. Артисты исполнили лучшие произведения из своего репертуара, радуя зрителей популярными песнями и задорными мелодиями. Настоящим праздником для зрителей стало выступление артистов из соседней Мордовии. Фольклорный ансамбль «Торома» – коллектив уникальный. За свою 25-летнюю историю состав неоднократно обновлялся, но заложенные основателем традиции сохранил. Организован был выдающимся музыкантом Владимиром Ромашкиным, которого сейчас, кстати, с нами нет. В 2002 году его не стало, и мы продолжаем его начатое дело без него. Вот, поэтому как бы и состав меняется, но ребята все патриоты, все любят свою культуру, любят творчество, чем мы занимаемся. Поэтому вот мы здесь, и не только у вас, ездим много. Вот наш коллектив как раз назван в честь вот этой трубы. Царь Тюштя оставил в ветвях дуба, чтобы мы не забывали своей культуры, чтобы трубили в этот инструмент. Когда нам плохо протрубили, он нам поможет. Когда нам хорошо, он порадуется. Поэтому мы вот несем свою культуру, язык в песнях и трубим, и не даем нашей культуре пропасть, забыть. Каждый участник коллектива не только прекрасный вокалист, но и виртуозный музыкант. Пензенский хоровод подарил участникам и гостям праздник музыки и танца, фестиваль неповторимого по красоте фольклорного искусства, торжество традиционного и такого искреннего народного творчества. До встречи в 2020 году!